Приходит к отцу молодая девушка и говорит: «Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы. Я все время плыву против течения, и у меня нет больше сил. Что мне делать, отец?» Отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковые кастрюли с водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, в третью насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь, яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли. «Что изменилось?» – спросил он свою дочь. «Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде», – ответила она. «Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая морковь, побывав в кипятке, вдруг стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свое внутреннее содержание под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств – кипятка. Так и люди, сильные внешне, могут расклеиться и стать слабаками. А там, где хрупкие и нежные, лишь затвердевают, они окрепнут». «А кофе? А кофе?» – спросила дочь. «О, это самое интересное. Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили ее. Они превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Вот так и в жизни. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из той ситуации, в которой находятся».